Вы знаете, 3 года в Москве мэр Собянин, и вот за 3 года введение платных парковок и снижение пробок в центре Москвы – это заслуга Собянина. Что бы про него ни говорили, это одно из немногих дел, которое ему удалось. Я очень этому рад. Невозможно жить по-другому, когда огромный 15-миллионный город в одно и то же время весь съезжается в центр города. И мы хотим, чтобы у нас не было при этом пробок, и мы хотим, чтобы при этом всем было комфортно. Хочешь ездить в центр Москвы на своей машине? Плати деньги. И это нормально. Я сегодня воспользовался этой платной парковкой, и мне показалось, что очень удобно платить на телефон. И я нашел место там, где я хотел найти место. И не было никаких пробок в центре города, и меня это очень радует. Я думаю, это надо только продолжать и развивать в Москве и в других городах, где есть такая возможность, здесь проблемы с пробками. А они во всех городах-миллионниках российских у нас существуют.